Столько лошадей разных мастей, пород и характеров в культурном центре «Артишок» не видели еще никогда. Выставку «Мне снится конь» официально открыли на минувшей неделе. Сразу трое любителей грациозных животных объединились, чтобы представить свои работы в одной экспозиции. Графист Екатерина Борисова, скульптор Юлия Роткова и живописец Алексей Глухарев. Добрый день, дамы и господа. Очень приятно приветствовать вас в данном выставочном зале. Хотим представить на этой выставке наши, надеюсь, замечательные работы. Алексей Глухарев влюблен в лошадей с самого детства. Своего первого скакуна он нарисовал еще в 5 лет. Теперь посвящает лошадям практически все свои творческие порывы. Увидел книжку. Лаптев такой был художник советский. 1953 года книжка, учебник. Как рисовать лошадь? И это все открыл. Я потерял сознание. Во-первых, все было безумно красиво. То есть эстетику я как-то этого уловил мгновенно. Но вот с этого момента я стал рисовать осмысленно. Я стал рисовать этих лошадей, рисовать. И через несколько лет мне эту книгу подарили. Именно эту книгу, которую я видел. Она у меня такая абсолютная, вот главный член семьи. Екатерина Борисова раньше занималась конным спортом, но из-за травмы о скачках пришлось забыть. Теперь всю любовь к лошадям выражает через живопись. Помнит каждого скакуна, которого когда-либо рисовала. Кличку, породу, характер. Вот на этом портрете, например, изображен любимый жеребец президента Туркменистана Акхан. А на этом полотне собирательный образ самой популярной, пожалуй, породы арабского скакуна. Я писала красоту арабской лошади. Она просто родилась в голове. Вот, не знаю, это чистокровная арабская кобыла. Написана она в парадной узде. Вот, но она просто красивая. Любая лошадь, она красивая. И любая лошадь, она может зацепить. То есть нет такого, что красивая только чистокровная или чистопородная. Вот, они все прекрасны. Экспозиция «Мне снится конь» заняла в «Артишоке» 3 зала. Познакомиться со скакунами разных мастей могут все желающие. Выставка работает со среды по воскресенье с 11 утра до 19 часов вечера.